Инициаторами проведения выставки «Грация русского балета» выступили депутаты городского собрания Сочи, комитет по вопросам образования, науки и культуры под председательством Игоря Никитина. Народные избранники пригласили питерских художников, которые работают в тесном контакте с Краснодарским театром балета Юрия Григоровича «Премьера». Выставка расположилась в фойе Зимнего театра, а зародилась идея сразу после посещения художниками нескольких спектаклей. Балет Краснодарского театра Григоровича «Щелкунчик». Знаете, это было ошеломляющее впечатление, и мы просто заболели этим балетом и ходили на все возможные спектакли этого театра. «Мы – это целая семья» – Сергей Морозов и Елизавета Скурикова, их дети Мария Молодых, Александр Левченков, Константин Морозов, Евгения Резник. Все шесть художников писали портреты действующих артистов театра, занятых в балетных постановках. Можно сказать, что сошлись все звезды. 80 лет юбилей Зимнего театра, 200 лет со дня рождения Мариса Петипа, юбилейный, самый необычный год ФИФА. И все это проходит в городе Сочи, который всегда притягивает и уникальностью зданий, уникальностью событий и тех людей, которые сегодня здесь. Вернисаж поддержали артисты и Сочинской филармонии. Художники волновались. На курорте они представляют свои работы впервые, пишут маслом в направлении реалистичное традиционное искусство. Так трогательно и романтично. Казалось бы, последние штрихи к портрету. Но нет, мастер делает полотно ярче, наносит лак. Появляется блеск, оживают цвета, мелкие детали становятся более объемными и проработанными. Лак придает картине приятный глянец. Любой художник хочет сохранить ее в первозданном виде как можно более долгий срок. Потому что это театр, это всегда праздник для глаз. И колорит, это праздник, когда праздник, должен быть и колорит праздничный. Все зависит в картине от сюжета. Чем радостнее сюжет, мажорный, тем он должен быть красочный. Этот год в России проходит под покровительством музы Терпсихоры и посвящен искусству балетного танца. Все, кто побывал на открытии новой экспозиции, были под впечатлением от увиденных картин и даже фотографировались на фоне живописи. Я сейчас смотрю на это все. Я давно не видела такой хорошей живописи. И анатомически, и по цвету, и по композиции. Все решено просто идеально. А художники и дальше собираются работать в этом направлении. Они создали многочисленные портреты ведущих артистов балета, педагогов, репетиторов и композиции со сценами из балетных спектаклей. Их живописные полотна будут находиться в Сочи весь летний сезон. А депутаты городского собрания Сочи, организовав данную выставку, обещают продолжить знакомство сочинцев с интересными художниками. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.